Так, друзья, всем привет. Канал «Строй дом своими руками», как обычно. Помните тот самый трэш-выпуск, когда я помпой откачивал канолыгу и за это получил очень много замечательных отзывов? Так вот, это было единожды, потому что после того, как мы это сделали, произошла проблемка. То есть у меня просто трубу смяло полностью хлам по всей длине. И я это все выбросил. На самом же деле, смысл вообще от помпы был пожарной безопасности. Об этом я, кстати, в видео говорил. И также осушение бассейна. И сегодня мы две вещи сразу вместе сделаем. Мы осушим наш басик помпой, попробуем подключить пожарный гидрант. Насколько эта помпа выполняет функции пожарной работы. Сейчас у нас 3 куба будет воды откачиваться с басика. И эту воду мы попробуем. Я думаю, это будет интересно. Кстати, 2 полезных дела мы сделаем тем, что сейчас испробуем нашу пожарную эту систему. Первое, мы ее испробуем. Второе, мы как раз зальем фундамент. Я думаю, что как раз до него будет доставать, если не дальше. Не знаю, посмотрим. Олег, мой сосед, мне привез все пожарные эти принадлежности. Он сам пожарный. Поэтому у нас теперь все для этого есть. Я ее, в общем, притащил. Сейчас мы ее всей семьей сюда водрузим. Давай нашему хоботу оденем. Вот. Бери его за ручки и поворачивай к воде. Ага. Только воду не упади. Так, все, он до дна достал же? Да, вроде достал. Сейчас будем откачивать. Теперь нам надо принести все пожарные принадлежности. Один шланг нам нужен, по факту. Один шланг, переходник и ствол. И все это у меня где-то здесь лежало. Сейчас найду. Ну, шланги-то они, вот они. О! Вот это нам надо. Вот это мы сейчас и включим. Это сын? Ствол? Да, это ствол, которым будем тушить что-нибудь. Надеюсь, не придется, конечно, тушить никогда. Ничего. Так, а это... О, пожарные шланги. Сына, давай, как в фильмах, смотри. Так, конечно, никто не подцепляет, потому что прицепляют его к малому рукаву. Этот называется основной, как это, как он, ствол, что ли. Ну, те, кто знает, ребят, напишите. Мне придется вот так держать. Готовы? Нет! Да, приду. Когда меня спрашивают, как же нужно готовить ленту под заливку, как ее уплотнять, как ее подготавливать. Друзья, вот так. Искусственный дождь. Самое то. Никто не хочет под дождик, Алин? Нет. Там как из ведра. А попробуй руку подставить туда. Ну, в общем, друзья, вот так это выглядит. Не знаю, насколько это мощно или не мощно. Напишите в комментариях. Но мне кажется, этой штукой что-то можно полезное сделать. Давай, дочь, вон там поливай теперь фундамент. Хорошо забирает. Что-то стало плохо, да? Да. Слабенько. А хочешь мощи добавлю? Да. Там же можно мощнее сделать.
Все, познакомился с турбиной? На этот, на Иван Купала надо. Друзья, еще, если вы хотите помыть автомобиль, смотрите. Так, ну все, побалдели, весело. Короче, я так думаю, что на мощных оборотах этим аппаратом можно делать пожаротушение. Даже и на малых оборотах, смотрите, вроде что-то полезное делает. Вот такой небольшой видосик, друзья, вам показать, как работает аппаратура. Все. Друзья, уже есть первый эффект. В общем, сейчас мы сливаем бассейн. Вода, ну, вода питьевая, бассейная. Под забором сын просунет. Он там сейчас с той стороны у меня. Оп. Так, сын, ты где? О, кот, иди сюда. Сын, мы тут. Еще. И еще. И еще. И еще. И еще. 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 Вот, все, класс, все, супер. Пожарные работы мы испробовали, поняли, прикольно. А теперь, друзья, прямо в прямом эфире покажу, как быстро уходит вода с бассейна, чтобы вы могли посмотреть. Пять минут прошло, уже он вороночка, видите, появился, то есть скоро уже отрубится. Так, бензобак закрыть, дроссель открыть, все, подготовили. Ну, а это я сейчас ведром вычерпаю. Я же забыл с вами попрощаться. И еще кое-что показать хотел. В общем, вот так у нас выглядит. Может быть, не совсем примечательно внутри, но очень полезно снаружи. Что еще хочу сказать? Я, наверное, его сейчас реализовывать буду. Видится мне цена в районе 35-40 тысяч рублей. Ну, это полный комплект. Это фильтр, бассейн и чехол. Сейчас такой чехол реально заказать. Это будет 1015 стоить. Только чехол. Смотрите, кто из Бийска. И Бийского района. Друзья, пишите. Почему хочу его отдать? Просто потому, что здесь будет скоро полноценный бассейн 8x4. Ну как скоро? Мечтам свойственно исполняться. Поэтому будем к этому идти. А когда идем, вы увидите. В мечтах, что вот от этого места и где-то вот до сюда будет басик. И он будет в павильоне. Мы сейчас будем всей семьей к этому идти. Стараться это сделать. Вот. Я был рад вас сегодня видеть. Видос небольшой, но интересный. Все, подписывайтесь на канал, кто не подписан. И до скорых встреч. Кстати, друзья, у меня там небольшой трабл с Дзеном, поэтому сейчас не знаю, куда вас даже подписывать. Я буду менять канал. Махинация одна произошла. Мошенническая. В общем, беда. Позже ссылку дам. Все, пока.